Привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет обзор на заказ из компании Faberlic. Сделала я заказ на их официальном сайте и решила воспользоваться способом доставки и получения через постамат в ближайшем торговом центре. Называется Pickpoint. Для меня это первый раз. Сразу я сняла видео, как я туда шла и как все там проходило. Сразу скажу, что мне очень понравилась данная система. Оставайтесь со мной, я вставлю короткое видео, как там все это проходило, если кому-то, возможно, будет полезна данная информация. И сразу после этого видео короткого будет обзор распаковка. Так, вот мы пришли к постамату. Вот мне пришел код, по которому я смогу принять. Нажимаем получение заказов. Вводим номер кода. Вперед. И стрелочка нам указывает, где сейчас будет наша посылка. Открыть ячейку. Вот и все. Теперь закрываем. Вот я получила нашу посылку. Так, вы посмотрели, насколько просто и насколько удобно пользоваться данным способом доставки. Никаких очередей. Вы приходите в любое для вас удобное время. С утра до вечера работает торговый центр. Конечно, данная посылка в ячейке будет находиться 3 дня. После 3 дней отправляют обратно посылку. Но сразу, как мне пришла смс-ка, я сразу отправилась за своей посылкой. Так, давайте приступим. Очень люблю сама подобные видео. Здесь у нас чек вложен. И вот сама посылочка. Здесь у нас парфюмерия. Есть кое-какие ароматы, которые мне знакомы, и я решила их повторить. И также я для себя выбрала каталог. Взяла. Итак, давайте посмотрим. Первое. Парфюмерная вода женская. Beauty Cafe называется. Объем 15 мл. Вот такая вот. Открываем. И вот так вот она очень мило выглядит. Крышечка, дозатор. Сразу хочу зачитать ноты. Сегмент цветочно-фруктовый. Верхние ноты мандарин, апельсин, личи, липовый цвет и яблоко. Средние ноты роза, жасмин, корень ириса, иланг-иланг, белая фрезия, пион, гвоздика. Базовые ноты – амбра, белый мускус, ирис, дубовый мох и бобы тонко. Для меня данный аромат новый. Я его еще не слушала. Сейчас попробую послушать, принюхаться и скажу, какие нотки мне сразу слышны. Аромат очень приятный. Слышу здесь мандарин, апельсин, яблочко, розу, жасмин, иланг-иланг. Мускус тоже ощущается. Очень приятный. Также пион слышу.
прекрасный аромат. Мне кажется, на любое время года подойдет, в особенности, конечно, на лето. Следующий аромат тоже из серии Beauty Cafe, называется Каприз. Такая вот красивая упаковка лиловая. Открываем, попробуем посмотреть, как нам этот аромат. Тоже для меня новинка. Здесь у нас, что о нем пишут в интернете. Волнующий аромат увлекает в романтическое приключение с тайными свиданиями и яркими встречами. Томные ноты гордыни и жасмина с неповторимыми акцентами персикового нектара и диких ягод кружат голову поклонникам. Теплый обволакивающий шлейф из нот сандала, ванили, амбры никого не оставит равнодушным. По-моему, очень интересное описание. Попробуем послушать. Буду пшикать в крышечку. У данного аромата есть похожие нотки, как у предыдущего, но здесь больше ощущается ваниль, жасмин и персик. Вот что я здесь чувствую. Аромат, конечно, по моим ощущениям, немножко даже более такой посложнее, чем предыдущий Beauty Cafe. Но тоже очень весьма интересный. Я думаю, он будет шлейфовый. Очень красиво раскрывается. Буду с удовольствием пользоваться. Аромат мною знакомый. И тоже очень-очень красивый. Взяла объем 15 мл. Вот такой вот. Сейчас мы его тоже с вами откроем. Был довольно-таки давно, поэтому можно сказать, что сейчас буду использовать как первый раз, потому что немножко подзабытые нотки. Такая же упаковка флакона. Да, очень красивый аромат. Сейчас попробую зачитать нотки. Значит, данный аромат принадлежит группе цветочно-фруктовые сладкие ароматы. Здесь ноты жасмина, иланг-иланга, кардамона, корицы, ваниль, жимолость, роза, ландыш, мексиканский шоколад, ананас, слива и малина. Аромат очень сладкий. И все вот эти нотки, которые я сейчас назвала, все они здесь вместе соединяясь создают очень-очень красивый аромат. Шикарный. Следующее хочу показать две вот такие вот красивые малышки. Это у нас туалетная вода. Такая вот у меня уже была, а про эту я читала отзывы. Тоже очень хорошая, очень красивая, выполнена в форме такой конфетной обертки. И давайте с вами начнем, наверное, с того аромата, которого у меня еще не было. Называется он Fruity Story. Это аромат для женщин. Принадлежит группе. Здесь у нас верхние ноты дыня, манго, личи, средние ноты водные ноты, зеленые ноты, цветочные ноты, базовые, персик и малина. Давайте с вами откроем и вместе послушаем. Во-первых, смотрите, какой красивый флакон. Очень-очень красивый. Сразу давайте с вами откроем. Что-то у меня немножко даже пролилось. Видите, крышечку открыла, и как-то аромат здесь сразу ощущаю манго, личи. Такой вот запах экзотических фруктов.
летний аромат, прекрасно подойдет для отдыха, плюс удобный формат, хороший такой летний аромат. И последний аромат тоже был у меня такой. Здесь у нас цветочно-фруктовая группа, ноты цитрусы, морские ноты, слива, средние гуава, манго, маракуйя, цветочные ноты и базовые сандал, мускус, абрикос и малина. Вот такой вот красивый флакон, посмотрите. Аромат водный. Аромат водно такой цветочно-фруктовый. Акватические нотки здесь есть. Тоже прекрасно подойдет для лета, для отдыха. Последнее, что было в моем заказе, это вот каталог 9 с 10 июня по 30 июня. Полистаем, посмотрим. Такой вот заказик у меня был сегодня. Кому было полезно подобное видео, непременно подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И всем хорошего дня!